Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, начнем, наверное, с заданий выполнять. Пройдите серию испытаний с превеликим удовольствием. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали. Так, ребят, сегодня только черепашки, и то эта серия выйдет не в воскресенье сегодня, а уже в понедельник завтра. Потому что я не успею. Буквально сейчас уже 5 часов вечера, а мне, как говорится, в 6 уже на работу идти. Вот. И еще как бы плохие новости, ребята, что у меня не получается зайти в свои аккаунты в играх Драконы Всадники Олуха. Это первое. А вторая — это Мир Юрского Периода. Напишите мне, вы можете играть в эти игры сейчас? Вы заходите в свои аккаунты? У вас все нормально? Потому что я... Меня туда запускает как гость. То есть я не могу зайти туда с Фейсбука, да, через VPN. Что я только уже не пробовал, нифига, ребята. Всегда скидывает на самое начало игры, то есть на первый самый уровень. Поэтому вот я даже не знаю, или это только у меня так баганулось все. Хотя вот черепашки и ниндзя, как ты видишь, играют нормально вполне. Напишите в комментах. Так, ну что, поднять уровень персонажа, сразиться в боях. Сразиться в боях? Ну ладно, пойдем. В общем, будем дальше прокачивать опять же кого? Естественно, крысиного короля. По навыкам, ребят. Так, здесь, блин, эти приманки для маузеров. Очень тяжело они попадаются, очень тяжело. Так, есть. Давай дальше пытаться найти... Так, еще одну нашли. Так, подожди, не туда. Не туда ты кликнул. Так, это у нас 3 получается, а нам нужно 5. Ну давай, 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 не жмись. Какое все время отслеживающее устройство он мне всовывает, а? Ты посмотри. По ходу дела я тут не дождусь, да? Этой приманки. Я уже задание... Вот. Ну, по-моему, там еще одна нужна. Еще одна. Ладно, попробуем ее найти. Вот она. Все, друзья. По приманкам мы закончили. Нам остается найти только 12 автомобильных номеров. Но это уже будет в следующей серии. Сегодня уже не будем пытаться. Ну что, так как завтра уже понедельник, да? Соответственно, нам нужно сегодня все потратить, что можно и что нельзя. Так, здесь, естественно, мы попытаемся с тобой нафармить жетоны. Опа, сразу полтинничек, нормально? И еще полтинничек, то есть соточка с куста. Еще соточка, еще 50. Все, и почему-то быстро очень закончилась пицца. Прямо вот моментально. Ладно, давай здесь тогда попробуем за сыр поискать. Выпадает нам лисичка Лапекс, Микеланджело, 40 жетонов. Шинигами. Так, 3 бакса. Давай, поехали. Осколки серебряные. Эйбрил Кунаичи. Радарные маяки. Камень Талик. Все, ребят, все потратил. Но зато, как ты видишь, всех персонажей нашел. Удивительно. Потому что, когда у нас их не было, да, и мы пытались их фармить, нам в основном выпадали осколки. Здесь же все наоборот. Но, тем не менее, друзья, 455 жетонов у нас есть, это уже хорошо. Ну, а мы идем на турнирную арену. Как ты видишь, Лига Мастеров, 54-е у меня место. И нам нужно, естественно, вернуться, опять же, в топчик. Так, давай посмотрим, 17-24. В принципе, меня вот это вот устраивает. 17 откатов у нас есть. Поэтому, в принципе, тут даже переживать не стоит, что дойдем мы или не дойдем. Конечно же, дойдем. Друзья, конечно, дойдем, и завтра уже со спокойной душой будем буститься, потому что у меня будет выходной. И это круто. И это круто. А вот то, что я в Юрский парк зайти не могу, и в Драконы Всаднику Олуха, вот это уже не круто. Совсем, ребят, не круто. Не знаю, что могло произойти, что там за сбой именно с сохранением. Потому что если сейвы вдруг слетели... Я думаю, каждый может понять, что с самого начала я уже начинать не буду. Это столько трудов и усилий, столько времени, что нет уж, извините, я перебьюсь.
Будем тогда какую-то альтернативу искать, друзья мои. Вот я посматриваю на юрский мир Alive, или как там, Alive, жизнь, короче. Но мне кажется, что там нужно... Знаешь, вот раньше была эта игра про покемонов, где ты должен ходить с камерой, ну, с телефоном я имею в виду, и в реале на карте находить места, где находятся определенные покемоны, и их там ловить. Это то же самое, есть игра и Ведьмак. И вот мне почему-то кажется, что юрский мир жизнь, так называется игра, построена именно на том же принципе. То есть я должен ходить по городу с камерой, смотреть по карте, где они находятся, прийти туда, наводишь камеру туда, там лазит этот покемон, ты с ним дерешься, и при хорошем раскладе дел ты этого покемона можешь поймать. Если я не прав, то можешь меня, конечно же, поправить в комментариях. И что еще, какие альтернативы? Можно попробовать вернуться в игру Клон Армия. Вообще у нас очень много игр, в которые мы играли, которые мы не закончили, в которых можно дальше продвигаться, но просто как бы вот юрский мир, да, и драконы в Сайнике Обуха, это была наша основа. То есть вместе с черепашками, и вот сейчас у нас еще ХКРочка. Кстати, ХКРка тоже, ребят, заходит нормально, без проблем. Ладно, посмотрим, что будет в дальнейшем. Так, подожди, мне Армагон сейчас вообще не нужен. Мне нужен Шреддер, Лео, Донни, Зек и Рокзар. Вот такая у меня будет команда. Сколько нам там еще осталось поединков до того, чтобы забраться на топчик? Ты не смотрел? Я что-то не глянул. Так, ну давай, Лео, добивай их всех. Молодца, красавчик. Ну что же, двигаемся дальше. Завтра еще, кстати, друзья мои, у нас будет откат по растения против зомби героя. То есть у нас закончится сезон, и мы начнем с самого начала. Так что, наверное, тоже будут видосики. Ну, или завтра, или уже послезавтра, там определимся. Так, ну что, давай возьмем вот этих вот. 79 уровень у нашего противника. Ну, в принципе, это максимальный, который здесь доступен. Ну что, поехали. Хопа. Постепенно на всех, ребят, абсолютно на всех упало. Но тут это уже не имеет роли, потому что Армагон, естественно, своим валуном всех добивает. И сейчас мы смотрим, на каком мы месте. Сколько нам там еще осталось? А ну-ка, все, ребята. Все, мы вернулись с вами на наше первое место. Единственное, что, конечно, очень мало мутагена, а он нам нужен для того, чтобы... Блин, 12 тысяч всего лишь. Ну, давай прокачаем кого-нибудь из слабеньких. Ну, например, Мондагека. Он получает 55 уровень. 55 уровень. Так, это мы все обмениваем. Посмотри, сколько у нас этих дублей. Да, вот так вот. И забираем здесь награды. Так, 12 откатов. Это что, это все, что у нас осталось из телепортов? О-оу. Ну, ребята, тут надо в любом случае копить, потому что мы так далеко не уйдем без этих, без наших телепортов. Хотел сказать, давай пройдем смятение из другого измерения. И вдруг вспомнил, что мы с тобой только что потратили весь сыр. Хотя здесь есть он. Сколько нам там, интересно, поединков нужно вообще сделать, чтобы его допройти? Давай-ка посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Если мы сейчас, например, да, даже вот здесь вот набьем, то мы, в принципе, можем. Мы можем успеть, то есть набить столько пиццы, чтобы пройти смятение из другого измерения. Так что давай попробуем. Так, Микеланджело, любитель пиццы, сразу же пиццелит своего ушатал. Даже не стал с ним разбираться.
Так, двигаемся дальше. Поехали. А что я тут делаю? Надо на автобой просто ставить, да и все. И никаких проблем больше не будет. Хлоп, и готов. Погнали далее. Так, у нас там уже сколько? 30, да? 30 где-то пиццы насобирали. Какой 30? Там 40 уже с лишним. 40 плюс 25, это будет 65. А там за каждый поединок, если не ошибаюсь, дается по 10 пиц. То есть ты должен потратить. Так, и по итогу давай-ка глянем, сколько у нас вообще выходит. По итогу, друзья мои, 66 пиц. Ну-ка, посмотрим сейчас, сколько у нас будут брать за каждый поединок. Раз, два. Так, подожди, Дони, не надо. Так, и, наверное, вот так. Слушай, лучше Усаги я возьму. Почему Усаги, ребят? Он дает нам баф на двойную атаку. Ванька, конечно, тоже не промах, но здесь нам сподручнее, так сказать, брать. Давай-ка я, наверное, поставлю автохил. Замечательно. Так, и поехали. Минус. Ну что ты там выеживается мне, посмотри-ка. На. Нормально. Так, переходим с тобой быстренько на вторую волну. Опять острозуб, опять мутагеноид. Ну и, естественно, клан футовцы здесь. Ну что там застучало? Прошивка какая-то. Так, нифига себе, как мы его быстро сейчас разобрали, острозуба. Так, давай-ка в мутагеноида попробуем снарядом бомбануть. Не уложили мы его. Так, Усаги его добил. Ну и здесь, соответственно, мы тоже сейчас... Давай так вот. Хлоп, готов. Так, ну что, ребята, здесь у нас все получилось. Мы двигаемся дальше. Там надо было 5 или 6 поединков, да, сделать? Становится на один меньше. Идем теперь сюда. Раз, два, три. Да что ты, Ванька, все лезешь-то? Вот все лезет ему. Вот не терпится, а? Ты посмотри. В бой. Окей. Поехали. Ну, двойную атаку мог бы Усаги сделать. Хотя у нас тут есть на ребятах двойные атаки. Давай, Шредер, добьешь? Не добил почему-то. Почему он не смог добить, интересно, Бибопа, а? Даже эти он всех ушатывает. Ну-ка, а здесь у нас, ну, практически та же самая команда. Поехали. А заблокировали, вообще уничтожили. И это два провокатора, кстати. Острозуб. Был. И Крип. Ну, Крип и остался. Ладно, ничего страшного. Минус Крип. И минус клан Футовиц. Ниндзя. Все, ребята. Двигаемся тогда дальше. Там остается у нас вообще считанные поединки. 2, 3, по-моему, 4 боя еще надо сделать, и все. Раз, два, три, да, 4 поединка. И мы пройдем смятение из другого измерения. Так, Ванька, что ты опять лезешь? Вот неугомонный, а. Я вроде как бы на него не кликаю, он сам автоматически как-то в мою команду попадает. Может быть, когда я начинаю пролистывать, на него кликаю. Ну что, поехали. Начинаем, как обычно, со Змейка Вьюна. Усаги... А, нет, все-таки повесил, да, на Армагона двойную атаку. Только на него выпало такое счастье. Так, они с отложенной смертью, да, получается? Вот оно что. Готов. Так, на второй волне что у нас там поджидает? Пиццелицей, крысиный король. Давай сделаем, наверное, здесь вертушечку. Опа, пиццелицей только выжил. Все-таки успел, умудрился как-то оклематься, ребят. Ну что, мы переходим на последние три
битвы. Последний бой я даже не считаю, потому что там будет этот Крэнк, который для нас вообще сейчас ничего не представляет. Никакой угрозы. Мы просто тык-тык и все, и он будет отдыхать, как обычно. Как он любит там падать своего робота вот этого. Так, ну что, поехали. Начнем. Как же меня этот бесит, а, стукач там. Я не знаю, ну я не буду, наверное, сейчас шипы здесь. А, он провокацию взял. Я думал, сейчас мы быстренько добьем Пиццелицева. Опять у них это отложенная смерть. Посмотри, а. Так, Маузер, валяйся. Здесь, ну здесь будет желательно, наверное, вот так вот сделать. Ага. Минус Рокзар, минус. Нет, вообще-то не сможем, наверное, сейчас убрать его. А, нет, смогли. И Бибоп. Давай-давай-давай, добиваем, есть. Так, и переходим на предпоследний поединок. А завтра, друзья мои, ну что у нас завтра в планах? Буст в Черепашках-Ниндзя. Потом, скорее всего, мы в Tower Conquest поиграем. Это как бы мои такие предпланы. Естественно, все может поменяться. ХКР-ку, наверное, поиграем. Ну и на втором канале Карамоны. Да-да. Ну, не знаю, как вам, ребята, а мне Карамоны понравились. Почему-то я от вас, правда, комментариев там никаких не услышал. Как вам игра? Ну, мне понравилось, несмотря на то, что там она больше похожа как бы на детскую игрушку, да? Но, тем не менее. Ну, она, наверное, больше подойдет, как я уже говорил, тем, кто любит такие игры, как покемоны. Ловить монстров, прокачивать и тому подобное. Так, ну что? Тут у нас последняя волна. Конечно, бы можно... Давай вот так сделаем, наверное, маузерами. Оп. Оп. И не всех, да? Тогда Усаги. Усаги показывает себя в деле. Хлобысь. Да ёк-макарёк, Рокслиди. Ты чё не падаешь-то, а? Ты совсем припух, смотри, в последнее время. В последнее время он очень какой-то живучий, выживает постоянно. Ну что, у нас последний поединок, как ты понимаешь. Именно Крэнк. Вот он. Сидит в своем космодроме или как-то космопорт. Давай, давай, не жмись. Так, охраняет его почему-то Ванька. Не Шреддер, который должен быть, да? А Ванька именно. Так, спокуха, дядя. Погнали. Хлопа. Так, минус. Ну что такое? Ну и сам, конечно же, Крэнк. Он еле-еле помещается в этой пещере, я, кстати, заметил. Ну все, 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 хорош выпендриваться. Радуется. Радуется. Он еще не знает, что он сейчас получит по шеям. Тыч. Понял, что творит? А на тебе, заблокировали ему способности. Вот еще разок. А теперь шипики. Надеюсь, постепенно повесится. О, да. Теперь тройной укус, и, наверное, ему крышка, скорее всего. Да, друзья. Вот и все. Был Крэнк, был пацан и нет пацана. Ну, а нам остается что? Забрать сундуки и, соответственно, пак. Ну, пак меня не интересует, так как там ничего для нас интересного нету. Все, что там могут нам выдать, это у нас уже есть. А вот это вот, да, вот это вот уже поинтереснее. Так, книга, Шарханна выпадает. Острозубный, Ковюн, Леонардо. Джастин выпал. Так, тут Лео. Лео Донателло. Ну, в общем, Леонардо, Леонардо. А вот здесь вот нормально. По одной, правда, вещичке выпало. 50 баксов в плюсе. 5 порталов и 12 600 мутагена.
Ну, как-то так, друзья мои. А на этом, пожалуй, я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!